А пока уральские художники поддерживают юную спортсменку своим творчеством. Юлия Липницкая стала героем песочного шоу. Выступление Юлии Липницкой под саундтрек к фильму «Список Шиндлера» тронуло каждого и принесло 15-летней российской фигуристке золото Олимпиады. За яркую победу уральские художники сделали спортсменке необычный подарок. Сняли про олимпийскую чемпионку видеоклип. Чтобы уловить коронные элементы Юлии Липницкой, пришлось не один десяток раз посмотреть видео с ее выступлений. Было сделано достаточно много эскизов в карандаше. Долго записывали песок, и целый день монтаж длился, собственно, чтобы это все свелось в достаточно динамичный сюжет.